Суфияр Шамсудинов попал на фронт в 1942 году. Наш земляк стал командиром стрелкового орудия, получил звание сержанта и дошел до самого Берлина. Его путь к победе лежал через Румынию, Турцию, Болгарию, Австрию и Югославию. Сейчас ветерану 99 лет. Очередную годовщину окончания войны он отметит в кругу семьи. А пока, 6 мая, встречал гостей, среди которых соседи по дому, представители Совета ветеранов, управляющей компании и депутаты. Мы все вами гордимся. Дарим вам подарки. Вот наши депутаты принесли пылесос, да? Желаем вам долгих лет жизни, здоровья и ждем на столетие еще мероприятия. Хорошо? У Суфияра Ямалдиновича 10 детей, есть внуки, правнуки и праправнуки. Вместе с супругой он уже 76 лет. Гости дарят герою полезные подарки, которые точно пригодятся в большой семье. Абзи, сізге нық сәлеметлік тілейбіз. Ұзын ғұмыр тағы да ешәрде. Сізге зұр рахмет. Суғыштан жеңіп шыққан үшін, суғыштан ішлегенсіздер енді бек көп. Дүржаны көтергенсіз, семьяны өстіргенсіз, балалар өстіргенсіз. Сізге зұр рахмет. Напомним, что на сегодняшний день в Нефтекамске осталось лишь 6 ветеранов Великой Отечественной войны. Парад в честь Великой Победы и мужественных героев пройдет 9 мая в 12 часов дня на главной площади города.